Вот такой насос. Да, кстати, вот этого дядьку в свое время некоторые люди не послушали. Помните вот этого дядьку? Кто помнит, напишите в комментарии. Плюсик. Вот, вот этот дядька вот это сказал, а его почему-то не послушали. Ну, как и историю никто не учил. И поэтому сейчас вот возвращаются в пакетах. Ну, то такое. И возвращаемся к насосу. Вот такой насос. Видите, тут есть датчик. Сейчас я сниму, покажу, расскажу. Там крепление идет, которое на бутылку. Два винтика и вот такой пластик идет уже в комплекте с насосом. Вот такого плана насос. Там он показывает бары, показывает давление. У него два положения. H вы видите. И вот такой HP. Это означает, что один высокого давления, другой низкого давления. Значит, один идет для камер, для колес. А другой идет для вилок, для накачивания давления в вилках. В этом насосе мне понравилась вот такая штучка, идет в комплекте, естественно, оно все вместе. Эту штучку накручиваешь, она закручивается полностью, то есть до тех, так полностью, что воздух из камеры не выходит. Даже если нажать потом вот так, это открывается камера, то воздух все равно не выходит. И там сразу показывается давление в шинах. Вот такая штука стоит 25 евро. Это, опять же таки, не реклама, мне ни Amazon, ни китайцы ничего не платят. Да, вот эта кнопочка для того, чтобы стравливать давление. Если вы перекачали, если вам много, если вам надо просто спустить шины до нужного уровня, вы просто нажимаете, и там идет стравливание воздуха до нужного вам давления. С ним идет крепление вот это пластиковое. Там два болтика. И вот такой ремешок для удержания самого насоса. Для этой трубочки есть вот такая клипса, и он вот так удерживается. Где-то 35 сантиметров в раскрытом виде, и в закрытом. И в закрытом он совсем маленький, такого плана. Поставил ее обратно, вот такого плана. Нигде не болтается, ничего не дергается, не звенит, не, ну, красота. Дополнительный ремешок тут вообще в тему, вот этот, на липучке. Зажимает все полностью, и он прижат. Итак, наш очередной выпуск подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Те, кто поставил лайк, спасибо вам за лайк. Учите историю, слушайте умных дядек, вот таких умных дядек слушайте, и будете жить. Вот, слушайте дядек, учите историю, и будет вам счастье. Все, всем пока.